этими объявления Кокоэты. Что он сказал тогда? Кокоэты объявил всем, что если грузинские вооруженные силы не уберутся, не оставят Цхинвальский регион, он их просто выдворит оттуда. Он сейчас здесь находится. Большая просьба грузинским властям. Нужно прекратить стрельбу по штабу миротворцев. Здесь находятся гражданские люди и журналисты. Дмитрий. Ольга, а сколько вас сейчас там? Здравствуйте. Как... Калитка, 82-й. Запуск. 8-2. Калитка. Запуск разрешаю. Ветер у земли 1-3-8. Скорость 2 метра в секунду. Прикрой меня. Второй, прием.
Звену. Атакуй цели по возможности. Понял. Пожар правого двигателя. Пожар правого двигателя. Смотри экран. Смотри экран. Смотри экран. Смотри экран.